Я приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы играем Call of Duty Black Ops 2, наверное. Кравченко. Да. Резнов сказал, они убили столько людей, что не сосчитать. Слушай меня внимательно, Мейсон. Резнову нельзя доверять, что бы он тебе не говорил. Что это? Но он дал нам досье на Кларка. Он привел нас к Нове 6. Резнов не тот, кем кажется. Нет, так? Нет. Он мой друг. Он помог мне бежать. Преданные, забытые, брошенные. Все братья. Да. Забудь о Резнове. Ну же, Мейсон, у нас нет времени. Мир на пороге войны. Ну и чё? А я-то тут войны каким боком? С кем? Кто ты такой вообще? Я все слышу. Эти долбанные цифры. Это сигнал, Мейсон. Числа — это сигнал. Тебе промыли мозги. Ну и что за сигнал-то? Что за сигнал-то? Ты был в Миколке. Шел на север к комплексу Кравченко. Ты направлялся в Лаос. Лаос. Кравченко. Чертов псих распылял газ по всему Вьетнаму. Я убил его, ты понимаешь? Должен убить всех! Лаос, Мейсон! Ты шел по реке Меконг в Лаос. Джейсон Хадсон прислал тебе сообщение. Куратор. Что он сказал? Хадсон. ЦРУ сбило советский самолет с Новой 6 на борту. Он упал в Лаосе. Наш спецназ искал его. И что дальше? Опять слышу чертовы цифры! Искал, нашел или нет? Мейсон, передача! Что? Ну искали мы его. Код Индия. Над Лаосом сбит гражданский транспортный самолет СССР Майтон в отряде морпеха, отправленный к месту крушения за Новой 6. И это вы все можете, кстати, прочитать, до Новой 6, пока нажав на паузу. Давай. Точно, пошли. Надо поменять дробовик. Никакого дробовика здесь не надо. Ну все, пошли. Вы спецгруппа, так? Да. Так. Они погибли. За пулемет и не умри. Сэр. Ох ты, спасибо. М-202, Боуман, правый борт, заряжай. Мейсон, за штурвал. Ох ты, я и стреляй. Я и... Плыви. А что они скажут на это? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Еще и течение подбадривает. Кого это? Впереди вражеский лагерь, по левой стороне. На выходе. Мейсон, огонь из главного калибра. Что? Гранаты! По курсу три мобильных пусковых установки! Мейсон, уклонение! Минус один! Патроны кончились! Перезаряжаюсь! Ложись! Вы яблочко! Да. Аккуратнее! Аптеки! Отлично, Мейсон! Теперь двигай к баррикаде, преграждающей реку! Наши ребята ей займутся! Давай, куда это? Это куда мне двигаться надо? Давай сюда. Краткость прицела. Ну, вроде пока не мешает. Давай. Нужны боеприпасы. Своих. Ух ты. Нужны? Множественные цели. Вышка по курсу. Гранатометы на три. Парень, пригнись. Гасите в чёрте. Падаем! О. Мы тоже стараемся как можем. Еще одна вышка! Прямо как в Аркуте, Мейсон! Давай! Все, зенитка! 50! На 9! Мейсон, чертёв, Нет! Сукин сын! Он нас подбил! Все вышки по курсу! Движение на бок, флангер! Перезарядка! Мейсон! Сорви! И возвращайся! Давай! И мне уйти! Надо вот так вот долбить их. Смотри. Так, осторожно,
осторожнее, там могут быть еще. Вот покушал. Это будет просто. Стой, перезаряжаюсь. Кто там? Да. Сампаны, не дать им приблизиться. Парень, накрой их. И не перебежи. Уничтожи. Еще один. Черт, думаю, это был последний. А вам не нравится? Еще две лодки! Вы знаете, что делать! Одна слева! Еще одна зенитка! Сколько их тут, мать вашу! А вот еще кто! Давай! Черт! Чуть не потопило! Так, задание выполнено. Ну, что-то я помер, что ли? Еще две лодки! Вы знаете, что делать! Да. Еще одна зенитка! Сколько их тут, мать вашу? У меня все! Одна слева! Давай! А это еще кто? Это моя база! Пусть бегут, сволочи! Как это пусть бегут? У нас никто не должен убежать. Сейчас что-то будет! Вот оно, парни! АСВ, торпедный! Целься в корму! Двигатель на корме! Гори! Прячься за зданиями! Какое зданиями? Прячься за зданиями. Мне проще его вперед потопить, чем он меня. Что-то будет? Вот оно, парни! АСВ, торпедный! Целься в корму! Двигатель на корме! Мейсон, не протирай! Гори! Мы расправим! Тихо! Давай уничтожь его! Сейчас! Попали! Это все, что у них есть? Нужна эвакуация! Че, все? А куда эвакуироваться-то? Этот парень погиб. Клянусь богом, Вудс плакал. Но виду не показывал. Так, ну и чё? Пока ничего. Стоп. Что-то было между деревьями. Что бы там ни было, мы это упустили. У нас тут птичку сбили. Как слышно? Здесь ничего. Херня. Ох, осторожней. Все собрал. Боумен, что случилось? Здесь чисто. Да. Блин, жопах, то люблю, не надо. Самолет уже близко, Мейсон. Господи, как красиво. Кравченко где-то здесь. А где? Можно поточнее? Вижу вас, Вух 10. Добро пожаловать в рай. Давай. Это Кравченко. Это он я сам. Я чувствую. Что, прости? Хорошо, что чувствуешь. Кравченко. Он где-то вот рядом. Я надеюсь. Конечно, справа, куда? Смотрите, есть подтверждение. Эпицентр. Тела и груз раскиданы по всему периметру. Мейсон, направляйся к берегу. У нас мало времени. 10, это центурион 3. Идите за мной. Можете идти к волкам. У нас ограниченная поддержка земли. Сажусь. Ключ Кравченко, Штайнеру и Драговичу. Так, надо поменять дробовик. Один сторожит лодку. Все остальные за мной. Вперед! Движение. Идут прямо на вас. Давай. Прямо на меня. Центурионы 4 и 5. Три крыс посуха. Не за кустов, правильно. Мейсон, братишка, ближе тихо. Цель поражена. А мы потихонечку сейчас. Движение на холме. Здорово, готов. Вот так вот. Нормально же. Продвигаемся. Давай. Вы-то хоть надеюсь, кого-нибудь убьете. А то если я один буду воевать с миссией, тогда столько врагов. Вы еще тут до кучи, чтобы я впутался в вас.
Ай-яй-яй. Так. Вертолеты противника. Ми-24, 3-4. Орион-4, батя, ответьте, прием. Ничего, ничего. Идем. Хоп. Снайперы на деревьях. Видим. Спецназ. Поняли. Давай на поражение. Да. Это. Да. Осколочная. Понятно. Да. Вот он. Давай. Цель поражена. Он прав. Насколько поражена? По 10-бальной на шкале, насколько вы ее поразили? Она поражена то, что... Вау, я поражен или как? Или то, что ликвидировано? Смысл слов поражения воткни. Девица тоже вон. Поражены моей красотой и неотразимостью. Снайпер на дереве! Был. В прошедшем времени. Вертушки ушли. У нас есть шанс. Держись, противник мертв. Перезаряжаюсь. Прикрывай. Это последний. Yeah. Вот тебе почему падло. Вертушки ушли. Они не хотят оставлять улики. Грузом там было ново 6, не иначе. Кравченко не пошел бы на такое из-за ерунды. Это ни хрена себе самолет. Придется лезть на крыло. Фюзеляж. Мейсон, я уравновешу с этой стороны. Тихо. Тихо. Вот так. Готовы? Хопа. Хопа. Ну и... Что? Я должен брать или кто? На СВД? Не. Что там? Не будем. Химоружие. Нова 6. Разлилось после падения. Хрен нас там, да? Гранатометы, Чайна Лейк. Откуда у русских наше оружие? У них должен быть план. Нови 6 конец. Но смотри, карта местности. Похоже на базу Кравченко. В глубине Лаоса. Кравченко. Он умрет. Все, Мейсон. Идем. Он умрет. Давай. Отодвигай. В сторону. Не помню, надо прикрывать. Смотри. Боуман, бери снайперку. Мейсон, Чайна Лейк. Сотрите этих ублюдков с лица земли. Принято. Противник движется через поле. Принято. Сейчас захреначим. Они уничтожены. Да? Все разве уничтожены? Готов. Подтверждаю. Господи, кто так стреляет? Позорище. Цель уничтожена. Что, нам долго так отстреливать их? Черт, вертушки возвращаются. Стой. Берегись! Готовься, Мейсон! Задание выполнено. Я только гранатомет взял. Что, мне не надо было гранатомет брать? Подстава какая-то. Он не ожила. Ой-ой-ой. Что, я вообще без никто? Кто это? Наши? Ваши? Хрен там. Не бейте меня, дяденька. Кравченко. Вот они, падлы. Мы долго ждали, Мейсон. Долго. Придется наверстывать. Ни хрена себе. Вот тебе и здрасте.
Ты попал в руки Драгвича во второй раз. Отряд пропал без вести в Лаосе. Считай убит. Куратор Хадсон был вынужден продолжить поиски Нова-6 без тебя. Он отправился к Ямантау, колыбели Судного дня. Именно. Доктор Кларк сообщил координаты центра операции прямо перед смертью. И там Хадсон встретил Фридриха Штайнера, нацистского ученого, создавшего первую партию Нову-6 для Драговича. Там Хадсон и узнал про цифры. Тайный код. Я был там, Мейсон. Я был на базе Ямантау. Боже мой. Цифры существуют. Конечно, существуют, Мейсон. Это не игра. Нас уничтожат, если ты не поможешь. Где станция связи? А, как выходишь сразу налево?